Свой влог сегодня я начинаю прям очень поздно. Вот, сейчас у нас 3 часа дня. Собираюсь с Малой идти в магазин и пойдем сейчас кататься на велосипеде. Ну, она будет кататься, я буду на лавочке там сидеть. Вот, пойдем снимем деньги с карточки и сходим в магазин. Вот, до этого времени получается, наверное, до часов так 11:30, наверное. Вот, мы спали, что неудивительно, просто тупо спали, капец как. Хотя вчера вроде так легла нормально, вот, но 11:30 проснулась, мы покушали, попили чай, и все это время я занималась там просто уборкой в доме, все, ну как бы ничего такого прям насыщенного, да? Да, сейчас будем собираться и будем потихонечку выдвигаться. Куда мы пойдем, Полина? Мы пойдем ездить, я пойду ездить на, вокруг фонтана. Да, на филармонии там у нас фонтан есть, поэтому вот к табачной пойдем снять деньги и будем кататься. Поэтому такие вот дела у нас. На улице вообще жарко, обалдеть. Да. Вот, короче, надела я этот плащик. Сейчас вот только приходится подталкивать. Тут горка такая высокая довольно. И вот мы сейчас первым делом накатаемся. Поедем, снимем деньги и в магазин, а там домой. У нас банщики сейчас там, поэтому во дворе особо ничего так не поснимаешь даже. Да, по ощущениям вообще, будто, знаете, летом иду. Не знаю, зачем я эту куртку с собой взяла. Но как-то и ветер вроде есть, и жарко. Покатались. Подошли к табачной, я сняла деньги, и только, получается, до светофора мы ближайшего доехали, и все. В итоге ехать уже невозможно, это колесо постоянно, блин, откручивается. Я руками его закручиваю, сейчас малая даже на нем не едет, и все равно это колесо, блин, откручивается. Короче, все через жопу только делается у нас. Так что вот сейчас я в таком виде это все качу домой. Это бежит тут рядом. Вот, и надо ждать сейчас вечера, чтобы это все закрутить. Идем, короче, мы в магазин и потом домой. Покатались, называется. Ну, ничего, сходим в другой день, фигня какая. Смотрите, прикол покажу на аптеке. Понятно. Они просто на этом бизнес делают. Ну, поэтому и получается, что если хочешь без очереди, все, заходи и маску покупай. Закончилась, короче, наша прогулка. Закатила велосипед. Вот, и сейчас покажу, что купили в магазине. Короче, взяла корицу. Буду снова делать булки. Взяла малой йогурт, вот этот вот, с шариками. Короче, не видно. 3 пакетика Маккофе. Петровскую слободу что-то я не могу пить. Не знаю, как-то не понимаю, какой-то такой у них странный вкус. Так, взяли попить. Ну, это по дороге чисто. Вот мне прикал, отберешь по дороге попить, а в итоге выпиваешь 2 глотка. Короче, крем-соду взяли. Так, это у меня монетница моя. Взяла фарш. Надо запомнить, кстати. Он заправленный, в него только я обычно добавляю 2 яйца и все. И прям котлеты один в один, как раньше делали там бабушки и мамы. Ну вот, вкусный очень. Даже сейчас вот стою, аромат прям вообще. Вот, тут чисто свинина. Ну, короче, свиной. Потому что иногда есть свинина с говядиной, тут свинина. Вот, и 2 килограмма муки. Высшего сорта что-то я не нашла, в итоге первый сорт. Ну, в принципе, нормально, и с такой тоже. Вот, 2 килограмма. По 84 копейки она вроде как. Сейчас я посмотрю, почем. Короче, вот в итоге чек получается, да? Так, мука, 84 копейки. И получается рубль 68. А если взять 2 килограмма, то 2,15. Как так? Ну, короче... Чек вот такой, очень странное ценообразование. Вот, 13 рублей 50 копеек заплатил. Ну, а тут больше фарш потянул. Вот, как раз, наконец-таки, сварю макароны и сейчас пожарю котлетки. Хоть у нас и были котлеты, но те были куриные, поэтому это не считается. Тут немножко другое.
И, наверное, буду ставить все на пару, чтобы она пока подойдет. Вот, и сделаю сегодня булки. Ничего из сладкого не покупали, ну, только малой. Вот, поэтому такие пироги. У меня уже готовка тут полным ходом. Только недавно, буквально пару секунд назад, закинула макароны. И жарятся котлеты. Буду жарить в две партии, потому что не влезла. Обычно так влазит, а здесь такие немаленькие сделала. Смотрите, какая у нас красота. Прям туда за дом нельзя заглянуть, там, наверное, вообще пипец красотень, но этот дом я не знаю сколько метров. Вот, короче, на завтра у меня планы такие: в первой половине дня я буду, как ломовая лошадь, вкалывать по дому, своим приготовлю поесть, короче, все дела по дому поделаю, и в 2 часа у меня автобус, я завтра поеду к своей бабушке. Ну, получается, к Полининой прабабушке. Вот, завтра поеду к ним в гости. Хочу, наконец-таки, увидеться с дедом. Вот, давно уже не видела. Поэтому и завтра поеду с ночевкой. Поэтому, возможно, что мой видос немного задержится. Возможно. Но, конечно, если я сегодня все там настрою, наставлю, чтобы оно опубликовалось само, то тогда опубликуется влог, и вы посмотрите. Ну, как бы уже, собственно, его смотрите. А на сегодня я хочу закончить свой уже, наконец-таки, влог, день. Поэтому всем, кто собирается ложиться спать, спокойной ночи, если вы смотрите днем. Поэтому хорошего всем дня и всем пока-пока!